Что теперь? Ничего не поменялось. Гарри! Что такое? Они пришли за Хагридом. Волшебники из министерства и Амбридж. Что? С ним все в порядке? Хагрид сбежал, но профессор МакГонагал помогала ему. Она ранена. Мы должны что-то сделать. Надо сходить в хижину у Хагрида. Вдруг там остались доказательства того, что он помогал Дамблдору с великанами. Окей. Опять же заданий нет, ищи сам. Так, надеюсь, мы недалеко, да, от нее? Опять же идти по лестницам там и так далее. Туда, зачем нам? Ну, ты там, типа, шорткаты есть? Я опять же не трогаю правый стик, не знаю, что он достает, свои доставалки. Опять голоса мерещатся? Да-да. Новый день знаний. Здесь не мешает прибраться. О, oh, fuck my life. Не мешай, Джо. Ну да. Джо не сюда? Виновата. Они применили... Мясо с подливкой. Вкусно. Каждый раз вот это слушать, вкусно, да. Как по-твоему, куда ушел Дамблдор? Не знаю, теперь он занимается делами Ордена. Чтобы удобно проходить, надо, бляха-муха, открыть гребаный шорткат. Сколько я открыл, кстати? Пароль половина. Ну ладно, не так уж обсосно. Я все это дело веду. Вонючка, Поттер! Но гребаный капец вот этот бегать туда-сюда, это просто охереть. Охереть, братва! Надо все вырезать, наверное, все эти прогульки. Интересно, вот если вырезать все вот эти прогульки. Короче, я понял. Всем патронам и подписчикам я выкладываю версию без прогулек вот этих вот, да? А всем остальным только прогульки. Вот эти вот. Это же просто офигенно. Че, рипнем, да, их сейчас? Ну, алло. Я понял, да, хижина горит. Незабываемая катсцена. И снова назад. Окей. Я понял, сейчас будем махаться. Что так долго добирался, Поттер? Что ты будешь делать без ручного учителя, Поттер? Что ты тут делаешь, Малфой? Пришел на праздник, как и ты, Поттер. В смысле, всем нам известно, что он был паршивым учителем. Но наконец-то это осознали и в министерстве. Малфой, придержи язык. Конечно же, министерству пришлось прислать в помощь профессору Амбридж пару волшебников. Этот полувеликан слишком туп, чтобы сообразить. Пора паковать вещички. Ну все, Малфой. Рон, не надо! Быстрее! Надо ему помочь! Ту-ту-ту-ту. Протего! Ну, вставай, как вставать? Да ё-моё! Вот же тварь, а! Он сам стоит, наверное, да? О май гад! О май гад! Что, Поттер, думаешь, самый умный? Времена изменились. Теперь и МакГонагал тут нет. Потому что она у святого Мунга. Там же, где и все чокнутые.
Хватит? Сначала Дамблдор, теперь Хагрид и профессор МакГонагал. Что нам делать? Здесь вообще проиграть можно, нет? Что-то однозначно надо. Мы должны помешать Амбридж. What the fuck? Найдем остальных. Пора показать Амбридж, кто настоящий хозяин Хогвартса. Я не знаю, что в этих дуэлях вообще можно сообразить. Что нужно делать? О май гад, мне заново всех находить? Так. Нет, только 5 заданий. Я не понимаю просто, битва... Я хз. Что происходит? Но я в этой битве ничего не мог сообразить. Но игра идет дальше, видимо, я могу проиграть. Очень интересно, зачем это вообще сделано тогда? Близняшки Патил, Амбридж и громкоговорители. Ну, давайте начнем. Хотя, что ближе ко мне? Ну, я, короче говоря, не понял, что в эти битвы. Не так, я просрал, ну, и там, хз, в общем, что творилось. Я нихера не понял, что творилось, если честно. Так, что ко мне близко? Ну, давайте начнем с Кольна Криви, потому что он самый далекий. И опять бегать, боже ты мой. Ладно, а зачем делать битвы, если в них можно проиграть, и все равно игра двинется дальше? Как бы, в чем смысл? Я не понял. Как бы, а выиграть? А научиться играть? Я как бы два раза подряд проиграл, я не научился нихера делать. Я все спеллы забыл к чертям собачьим, они у меня не получаются в процессе, там все у меня летит. Рон вздыхает. Я видел, как он вздыхал. Короче, я хз. Это что-то какая-то странная херня. Видимо, дуэли тут ни при чем. А еще я так и не понял, надо правый бампер нажимать или не надо нажимать. Наверное, один раз нажать и хватит, но я его зажимаю всегда. Может быть, из-за этого у меня косяки. Я хз даже. А еще вроде кручу... Ну да, вы знаете, да, вот эту фишку со стиком. Кручу вроде стик, да, но нихера... Гарри, вон там! Может быть, он имел в виду... Я тут? Он, верно, имел в виду... Here it is. Что это такое вообще? Ну да, что хочешь? Колин, ты в порядке? Нет. Я не могу использовать заклятие, которым ты нас научил. И очень жаль. Я бы показал этим типам из инспекционной дружины. Ты знаешь, что они жалуются Амбридж на всех и каждого? Я знаю, Колин, но... Я хочу сражаться, как ты, или Рон, или Гермиона. Фред и Джордж сказали, я это могу. Они дали мне вот эти коробки с шоколадом для инспекционной дружины, а я даже не могу добраться до советника. Я тебе помогу. Что? Правда? Да, но почему Фред и Джордж хотят послать шоколадки инспекционной дружине? Да это вовсе не шоколадки. На самом деле это ужасно громкие громовещатели. Как только ребята из инспекционной дружины откроют посылки, громовещатели начнут орать и ругаться. Фред и Джордж такие молодцы. Это по-любому нам поможет! Нам нужно попасть внутрь. Попасть внутрь советника? Окей. Да кто же их выращивает? Гарри, мы поможем. Помочь инцидио. Окей. Как мне забраться наверх? А, тут есть это... Труба типа. Мне нравится предупреждение. О, рядышком есть типа, то, почему можете забраться. Окей. Понятно. Гарри, береги сов. Сейчас полу... как это прилетит, эта херня? Представь только, какие у них будут лица. Я сдохну. И полумно, хотел сказать, прилетит. Как в жопу полумно. Классно, Гарри. Залезай внутрь и крикни мне, когда спустишься. Хорошо. Эй, ты там? Готово. Ого, ты все-таки сумел забраться туда. Вот это был подъем. Спасибо. А теперь передай мне коробки, пока Амбридж нас не поймала. Хорошо. Вингардиум Левиоса. Она уже... Ох ты. Пути. Поймал? О май гад. Да, спасибо. Пошла вон. Фред и Джордж говорили, что коробки нужно класть в пустые ниши. Часть их на нижнем этаже, а есть еще на верхнем, и там, где стропила. Стропила?
Вингардиум Левиоса! Ну, Вингардиум Левиоса у меня нормально получается. Колин, давай коробку! Прекрасно! Вингардиум Левиоса! О, что? Сюда, плиз! Next? С нижним этажом я закончил! Я знал, что ты это сделаешь! Там наверху есть еще ниши! Вингардиум Левиоса! Куда они прилетают вообще, эти коробки? Куда? Как он их закидывает-то сюда? В чем проблема была подкупить сову, я не знаю, там? Давай коробку! Хорошо. Где она? Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса! Эти коробки вообще не выделяются ничем, такие незаметные, капец. Следующий. Ага, передавай последний. Ага. Отлично, Гарри. Вингардиум Левиоса. Петульсо. Колин, давай коробку. Хорошо. Вингардиум Левиоса. Рип коробка. Давай коробку. Хорошо. Вингардиум Левиоса. Вингардиум Левиоса. Плиз, игра. Пожалуйста, я прошу тебя. Не будь такой жопой. Готово! Я лезу назад! Отлично, Гарри! Теперь инспекционная дружина получит свое. Подожди! Филч идет! Лезь в самое верхнее окно, скорее! Ну, зашибись. А где самое верхнее окно? Здесь? Окно слишком высоко, я не доберусь. Фред и Джордж сказали, что тут многое нуждается в ремонте. Найди, что починить, и доберешься до окна. Репаро. Ну, медленнее. Окей. Что ты будешь делать после сов? Останешься в Хогвартсе? У меня сов в следующем году, но я еще не выбрал предметы. О, боже мой, заткнись! А ты, Гарри? Заткнись! Я не могу сейчас думать об экзаменах! Коси эту гребаную траву! Представь, ты отсюда падаешь. Круто, да? Так же круто, как быть птицей. Ты конечно, немножко извращенец, братан. О, стоять. Я должен соврать, потому что... Тварь! Просто тварь! Тот, кто придумал это. А сова-то норм. Норм. Охереть, я не знал, что Гарри Поттер скалолаз. Скорее, пока Филч не пришел. На какую сторону мне идти? Ну, наверное, налево. Это такой разнообразный, клевый геймплей. Ладно, можно нажимать А много-много раз, и будет чуть побыстрее. Воу, воу, воу. Здесь нельзя, да, твою мать. Ладно. Да, ты негр, иди отсюда нахрен. Я тут собираюсь обнимать эту башню. Бедные дети. А. Окей. Как дети в это играли, бедняги. Смешно. Сов называется сов, будто в Хогвартсе мало сов. Интересно, сколько сов смогут сдать сов? Ого, чуть не сорвался. What the fuck? А как вниз? Здесь? А, мне выше, господи. Я забыл уже, как я сюда забирался. И так прикольно, бэктрекинг! Обожаю! Как ты думаешь, если отсюда упасть, успеет ли вся жизнь пронестись перед глазами? Я тебя сейчас выкину нахрен из этой жизни, понял, да? Я жизнь прокину, чтобы перед ней пронесся ты!
А эту коробку еще можно собрать или нет? Громовещатели промоют уши придуркам из инспекционной дружины. Коля, и вас посадят молодец. Всех, окей. Да? Спасибо, Гарри! А теперь сматывайся отсюда, пока Филч не пришел. Ладно, спасибо, Гарри! Ух ты, я помог Гарри Поттеру! Деннис обзавидуется! Fuck my life. Ужасно! Fuck my life. Так, что дальше? Так, Дин Томас. Окей. Что здесь-то? Эй, Гарри! Господи, ты чё орёшь, как будто призрак? Там какие-то крестики. Близнецы Уизли оставили записку. Да? И что в ней? Они спрятали во дворе портативные болота. Хотят, чтобы мы их установили. Вот одно из них. Нужно только перенести его на середину двора. Идем за болотом. Какое в жопу портативное болото? What the fuck? Чё? What? Какие нахер болота? Так, окей. Эти корни можно поджечь? Да, я вот так вот буду делать время боя. Вот так вот. Какие в жопу болота? Я... Не догоняю, что ты хочешь от меня? Господи ты, боже мой, что это? Такс. Окей. Интересно, к чему эти крестики? Да пусть... О май гад, почему? Вингардиум левиоса. Так, убить себя, убить всех. Потрясающая камера. Вот сюда. Теперь можно залезть на крышу. Я реально могу, кстати, здесь залезть? Зачем? Чтобы попасть к болоту. О, окей. Болото на крыше? Портативное болото Фреда и Джорджа. А, хорошо. Здорово. Гарри, ты умный и смелый. А теперь что делать? Здесь в крыше пролом, нужно ее починить, тогда я смогу перебраться на ту сторону. Репаро, репаро, помочь? Спасибо, помогли, блин. Должно быть ящик с болотом в этой башне. Ну и чё? Нужно применить редукто на камне башни, и мы сможем добраться до ящика с болотом. Фред и Джордж просили поместить болото в центре двора. Значит, нужно спуститься. No fucking shit. Осторожней! Нужно перенести ящик в центр двора. Да думаю, сейчас будет сделано. Ящик с болотом должен стоять на крестике. Вы там, может, сами перенесете без меня? Готово. Теперь надо отойти подальше и открыть ящик с помощью редукта или инсендио. Они правда это без меня сделали? Давайте поставим ящик на крестик. И что это дало? То есть теперь здесь ходить нереально, да?
Окей. Да уж, Фред и Джордж знают свое дело. Это по-любому поможет что-то сделать против Амбридж. Нужно найти их и установить. Не надо. Посижу тут и подожду болотных фонариков. Окей. Джинни Уизли. О май гад, это еще не все. Амбридж и громкоговорители. Твою ж налево. Вот это что за камера? Куда мне идти? Ёпперсоте, просто пипец. Теперь еще и обход. То есть раньше, в принципе, вот эта вот беготня еще нормально была, да? Гарри. Что ты хочешь? Я тут подумал, если что-нибудь сделать с башенными часами, то Амбридж не сможет начать занятие вовремя. А серьезно? Что с ними можно сделать? Они такие большие. Все просто. Переставим несколько шестеренок и часы свихнуться. Соглашайся, Гарри, это же гениально! Давай так капец и сделаем. Капец, гений. Я помочь не смогу, я же староста. Но я могу постоять в коридоре, посмотреть, что там происходит. В этом нет ничего плохого. Ах ты, скотина, ссышь, да? Скажите, когда закончите. Рон, ты же староста. Нужно, чтобы часы пошли назад. Все шестеренки нужно переместить сюда. Куда сюда? Вингардиум Левиоса. Так, стоять. Да ё-моё. Так, это пока что сюда поставим. Ну ладно. Да не-не-не, положи. Чё? А, я понял, куда надо переставить, окей. А как же? Вингардиум Левиоса! Окей. What? Не достаёшь? Скорее, вытаскивай! Так, вот ты побольше. Ну что, подходит по размеру. Ну, видимо, нет. Спасибо, чуть не обосрался. Круто. Думал, все, капец. Вообще никакой шестеренок не подходит теперь. Направо еще. Шестеренки. Пазл с шестеренками. Это правда изичные. Они такие интересные всегда. Особенно сама задумка, идея. Класс! Нужно еще что-нибудь придумать, чтобы уж наверняка. Поищи наверху. Вот это да! То есть это еще не все. Кстати, у Аполлона было все как бы. Там есть что-нибудь полезное? Несколько запасных шестеренок. Отлично! Давай их мне! Окей. Алундра! Меня задавал уже Вингардиум Левиоса, если честно. Круто. Вингардиум Левиоса. Осторожно.
все, больше нет. А что здесь? Спускайся. Эй, Гарри, что ты делаешь? Давай-ка вставим шестеренки вон туда. Гарри, давай сломаем часы. А, меня что, переместили, что ли? Окей. Вот это да. Вот это да. Надо ее вытащить. Не та, что ли? Вот это вообще топ, вот это вот то, что вот здесь вот болтается. О май гад! Вы серьезно? Мне еще и заблокируют вид! Просто как вы игру делали, а, наркоманы? Вингардиум Левиоса! О май гад, а ты издеваешься, я не это хотел. Круто! То есть мне сюда поставить надо? Окей, наверное, вот так вот. Но это же из музыки, музыка из фильма. Как она вообще относится к этому моменту, а? Объясните мне. Вытащи шестеренку. Надо ее вытащить. Вот это да. Так, окей. И что это мне дало? Как это помогло сломать часы? Как это помогло сломать часы? Теперь вот быстрое вращение. Будет о чем поразмыслить. Как может это? Может быть, она даже передумает. Как это работает? Свои лапы к Хогвартсу. Ладно, не важно. Пойдем-ка отсюда. Он не говорил, приятель. Мне, кстати, Джинни Уизли. В каком же дерьме Джинни Уизли? Так, мне вниз? Твою мать! Это просто невероятная тупость! Пошел в жопу! Боже, эти следы, это просто гениальная задумка. В этой игре просто... Вот это что? Вот это что? Что это? Мне наверх говорят идти? Мне наверх говорят идти, да? Спасибо. Никогда наверх не ходил. И чуть не упал, кстати. Слушайте, это бит для рэпа какой-то уже. Гарри, нам надо с тобой поговорить. А, мне, я не хочу ковер. Нам нужна твоя помощь, мы... Напоминаю ученикам, что передавать записки в классе запрещено. Эти объявления выводят меня из себя. Мы, кажется, придумали, что с ними сделать, но нам нужна твоя помощь. Ладно. Можешь помочь это сдвинуть? Тогда ты заберешься туда и зальешь болтушку для молчунов в громкоговоритель. Хорошая мысль, да? Отлично, так и сделаем. Вот зелье. Гарри, мы постоим на страже. Рон, иди посторожи там, а я пойду туда. Я почему мне показали... Внимание, oh my God. Дети! Ученикам Хогвартса не позволяется бегать, колдовать, делать пакости, ухмыляться в коридорах. Полный список школьных правил вы можете получить у мистера Филча. What the fuck? А, мне показывали не рыцаря, Гарри, мне показывали спасибо вот это. За помощь. Как же удобно! Серьезно, вот так вот? Слышали, как храм провел последний матч? А, можно без этого? Гениально. У меня есть все его постеры. Живей! Лей на него зелье! Говорит генеральный инспектор. Я ем жаб. Сработало! Пойдем приготовим еще болтушки для молчунов и испортим остальные. Остальные? Попозже увидимся рядом с одним из них. Пока, Гарри!
You fucking serious? You fucking serious? Здесь еще и не один. Ладно, я... Ну я хз, чего я жду от этой игры? Ну явно не этого, просто опять ходить. Ой, ладно. Лена, я много чего хочу, да? От этой игры. Эй, Поттер, что пишут в ежедневном пророке? Пошел ты. Меня, по крайней мере, к ним приведут? Окей. Так что придется за ними побегать. О, привет. Акция. Еще этим заниматься. Так. Окей. Теперь пятый этаж. Ладно. Сюда? Окей. Хорошо. Нет. Где-то здесь был громкоговоритель. Вот. Он прям тут висит. Поттер опять схлопотал. О, по зелье варенье. Гарри, помоги еще раз. Мы сделали еще болтушки для молчунов. Вот зелье. Гарри, мы постоянно... Да я понял, спасибо. Не надо это говорить 300 раз. Меня задолбало уже. Вингардиум Левиоса. Надо было называть игру Гарри Поттер и Вингардиум Левиоса. Гарри, спасибо за помощь. Все, что он делает, Вингардиум Левиосит всех. Я еще как тебя отлевиосю. Живей! Дети, вы всегда должны баловаться. Баловаться и баловаться. Баловаться? Жаловаться, баловаться. Ждем тебя у следующего громкоговорителя. Ладно. Не задерживайся там. Кто-нибудь заметит, что мы ломаем громкоговорители. А, ну, кстати, Полумна сказала то, что осталось надо еще где-то болото. Громкоговорителя. А почему у нее как бы не закончилось задание? Гляди-ка, а Поттера до сих пор не выгнали. Меня бесят эти следы просто. Черный на черном, это, кстати, отличная идея, ребята. Просто все видно, капец. И вот здесь их тоже видно.